посетить сегодня. Это, наверное, главный отель. Вот, короче, он. На него будет чуть-чуть труднее попасть, чем на все эти маленькие оазисы, так как там больше охраны, больше работников. Но оттуда прикольный вид открывается, и я думаю, нам, точнее, мне не составит никакого труда туда проникнуть. Сейчас по нашим дяде. Ну что ж, будем потихоньку руферить это здание, хоть оно маленькое, этажа 4-3. Вот. Надеюсь, у нас также все пройдет удачно. Гайсы, мы проникли на этот отель. В принципе, здесь просто была дверь открыта. И я даже не ожидал, что будет так просто. Но на этой крыше, скорее всего, есть какие-то камеры. Возможно, даже сидит какой-то лифтер или же рабочий. Потому что, видите, всякие сооружения, трубы. И, наверное, кто-то за этим следит. Поэтому сейчас чуть-чуть пофоткаюсь и буду спускаться. Все, ребят, как видите, в этой области я уже заруферил все, вот, на территории отеля и даже чуть-чуть за ее пределами. Как видели на последнем моменте, я решил пробежаться по краю. Не дают снимать, ай-яй, нехорошие люди. Вот, пробежался по краю, и там внизу был, по-моему, завтрак, то есть ресторан, там было много официантов, и мне кажется, меня многие кто запалили. Поэтому я решил быстренько после этого слинять и отойти чуть подальше, на всякий случай. Вот. Больше здесь мест для руфинга нету. И буду оставшиеся дни просто гулять, играть в футбол, купаться в море. Хочу сделать большой заплыв там. Куплю себе, наверное, маску или очки, завтра пойду. И вот, будем продолжать наши приключения здесь. Отдых еще не заканчивается, у нас еще есть 3 дня. Вот. И надеюсь, вам все это нравится. Надеюсь, вам нравится мое времяпровождение. И вам нравится видос, так что не забывайте про свои лайки.
7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Передаю привет всем, кто заебался. Ладно, седан!